Христос воскресе, дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Добро пожаловать. Это видео снято в рамках совместного проекта «Наше рукодельное лето». Мы собрались с девочками-блогерами вязальными и решили немножко вас развлечь, поделиться с вами своими вязальными планами. Также каждая из нас подготовила для вас мастер-класс по летнему изделию. Собрала нас всех Марина, большое ей за это спасибо. Ссылочку на ее канал и на каналы всех остальных участников вы найдете внизу в инфобоксе под этим видео. И по цепочке можете проходить, смотреть видео остальных девочек. У нас замечательная компания, есть как давно известные блогеры с большой аудиторией подписчиков, также есть сравнительно молодые каналы, но все вяжут очень классно. И мы надеемся, что вам наш совместный проект придется по душе. Итак, давайте начнем. Вы уже видите, здесь у меня лежит сумочка, связана из рафии. Ее я вязала специально для этого проекта и сняла на нее мастер-класс. То есть у меня будет мастер-класс по вот этой вот сумочке. Я ее связала из пряжи Fibra Natura рафия. Это рафия мульти. Так, это у меня, кажется, этикетка от другого мотка, потому что это мульти, да, здесь должна быть еще быть надпись. Наверное, к сожалению, я выбросила, но постараюсь вставить фотографию, чтобы вы видели сам моточек. У меня не осталось ни одного мотка. 6 мотков полных ушло на эту сумку, она довольно большая. У нее размер более 30 сантиметров в высоту, и вязала я ее не цельновязанным полотном, а отдельно частями. Она не помещается в кадр, но она довольно большая. Вот вы можете посмотреть сравнение с моей рукой. Сумочка не маленькая. Сначала я вязала вот эти вот две части боковые, да, самые большие. Потом вязала по отдельности боковушечки и дно. И потом это все сшивала. По внутренней стороне есть вот такие швы. Вот. Как это все вязать, я показываю в мастер-классе. Он выйдет 30 числа, 30 апреля, то есть в среду. Извиняюсь, не в среду, а в четверг, посмотрела на календарь. Вот такая вот получилась у меня сумка. Я ей очень довольна. Получается, смотрите, это рафия секционного окрашивания, и здесь есть разные цвета, то есть основной фон коричневый, но также есть желтые, есть такие серенькие вкрапления, вот, и вот вы можете заметить, наверное, сейчас, что вот здесь вот желтенького больше, чем здесь, то есть это разные мотки, и хотя одна партия у меня была, то есть пряжа не из разных партий, там может в разных партиях отличаться оттенок или секционка, может быть немножко разнится, да? Но это одна партия, и вот вы можете посмотреть, что здесь так вот пестренько это все дело, а тут поменьше вот этих вот желтых вкраплений. Но мне кажется, что общий фон сумки это никак не портит. Есть у нее бамбуковые ручки, я их пришила той же рафией. Вот это все тоже я показываю в мастер-классе, как пришивать. Вот так, довольно аккуратно, мне кажется, получилось. И она легкая, вот я никакую подкладку не вшивала и не собираюсь этого делать, потому что мне кажется, что она и так достаточно плотная, и для лета, чтобы, допустим, пойти на пляж или там на прогулку, не нужна никакая подкладка, она будет только утяжелять саму сумку. А я в нее буду ложить довольно много, я думаю, потому что когда с ребенком идешь, всегда много вещей. И рафия довольно прочный материал, поэтому я не беспокоюсь, что она может порваться. В общем, вот такая вот сумочка, такая готовая работа. С ней все, все вроде рассказала. Так, теперь по процессам. У меня все те же процессы в работе, я так мельком вам их покажу, чтобы не занимать много времени, потому что кто меня смотрит, те уже прекрасно знают, что у меня находится на спицах. Да, но для новичков, кто первый раз на моем канале, я расскажу. Значит, это я вяжу футболку из вот такой вот пряжи Лебес, Бордо ди Пасси, это пряжа ручного крошения, хлопок с люрексом, и здесь эффект фламе.
Вот такая вот ниточка. Спицы рекомендую 2,5-3,5, и здесь 50 грамм, 215 метров, плюс-минус 5%, сделано в Италии. Я приобрела 5 пасм этой пряжи, и сейчас я довязываю четвертую пасму. Вот она у меня уже буквально еще один ряд и закончится. И я почти довязала футболку вниз, мне осталось еще, наверное, сантиметра 3 провязать. И связать рукавчики. Рукавчики планирую, что будут короткие. Но немножко нужно будет их вниз провязать. Так, здесь у меня обработка крючком. Низ изделия я, скорее всего, тоже буду обрабатывать крючком, чтобы он не закручивался, потому что эта пряжа очень закручивается прямо вот таким роликом. И это некрасиво смотрится. Поэтому желательно какую-то обработку делать все-таки. И мне очень нравится, как смотрится само полотно. Вроде бы, когда я примеряла эту футболку и на теле, это неплохо смотрится. Но вот вблизи, да, когда рассматриваешь само полотно, оно просто шикарное. Вот эти вот вкрапления люрекса, они не пестрые, не сильно блестят, а просто такой деликатный красивый блеск. В общем, мне этот процесс очень нравится, но немножко я уже, честно сказать, подустала, потому что вяжется он у меня на спицах номер 3. Но я планирую эту футболку закончить вот уже сегодня-завтра. И скорее всего, что я ее подарю своей маме. Так, хотя изначально вязала для себя. Так, следующий процесс. Его я тоже уже показывала в своих прошлых видео. Он у меня не продвинулся практически никак. Опять же, сейчас показываю для новеньких, да, для тех, кто на канале в моем впервые. Это я вяжу себе джемпер из пряжи Sunless Garn Mandarin Petit. Это 100% хлопок. Здесь 50 грамм, 180 метров. Тоненькая ниточка такая получается. Вот, но вязать в ней комфортно. Почему процесс застопорился? Потому что, опять же, здесь у меня спицы 3 мм. Вторая футболка на спицах 3 мм, и я просто устала. Я не могу одновременно вязать две вещи на таких тоненьких спицах. Поэтому я временно отложила этот джемпер. Плюс этот узор требует внимания. А у меня маленький ребенок, который постоянно разговаривает, постоянно нужно с ним как-то контактировать. И можно сбиться. Хотя узор простой, я его выучила очень быстро. У меня есть схема, если вам нужна эта схема, можете писать мне в Instagram, а ссылочку оставлю внизу. И я просто, вы напишите мне сообщение в директ, и я вам вышлю эту схему. Она элементарная, но опять-таки требует хотя бы какого-то небольшого внимания, чтобы не сбиваться. Но я, кстати, ошибок особо тут и не делала, где-то вот здесь, по-моему, есть небольшой сдвиг у меня, но я его быстро ликвидировала, и визуально это никак не отображается. В общем, это у меня связана тушка снизу вверх. Сейчас у меня вяжется рукав. Значит, нужно связать два рукава, потом объединить это все и вязать реглан снизу. Я реглан снизу не сильно хорошо знаю. Плюс тут еще ажур, поэтому немножко побаиваюсь, но надеюсь, что у меня все получится. И у меня будет вот такой красивый джемпер. Сейчас на камеру плохо передается цвет, потому что очень сильное солнце, я закрыла штору, поэтому вот так вот, немножко тускло, но цвет на самом деле очень красивый, пудровый. Так, дальше немножко о планах на лето. Что планирую еще вязать? Есть у меня вот такая пряжа. Это фибра Natura Bamboo Jazz. Сейчас посмотрим. Я уже забыла, какой здесь состав. Здесь у нас 50 катон, 50 бамбук. И 50 грамм, 132 метра. Вот такая пряжа, вроде как, казалось бы, должна быть не тонкая, да, 135 метров, но она практически такая же, как вот эта, по толщине, хотя здесь метраж намного больше.
Так, из этой пряжи я еще ни разу не вязала. Это будет первый опыт ее использования. У меня матки лежали в коробке, поэтому они немножко вот такие потрепанные. Значит, цвет. Давайте скажу, какой цвет. Вдруг кому-то будет интересно. 217 этот цвет. Ага, а в мандарин я вам не сказала. Это цвет 46-21. Значит, хочу связать кофточку. Скорее всего, она будет на подарок для мальчика, может быть, для сына свяжу. В общем, как ляжет спица, так оно и будет. Такая, знаете, обычная летняя кофточка с длинным рукавом, или весенняя, да. Не футболка, потому что вот вязаные футболки как-то на ребенка у меня не сильно с этим складывается. Сейчас я вам покажу одну футболку, которую я буду переделывать. Поэтому я определила, что лучше все-таки вязать с длинным рукавом на прохладную погоду, на вечер, допустим, или на весну. Да, ну, потому что футболки вязаные может быть жарко. Значит, вот такой вот у меня план. Надеюсь, в ближайшем времени его начать воплощать в жизнь. И... Так, что еще мне нужно сделать? Это уже нужно сделать довольно быстро. Есть у меня футболка для сына, связанная в том году. Это у меня пряжа Fenty Coquette. Здесь хлопок и 8% кашемира. Вот у меня остаток. Значит, у меня было всего 3 мотка. Я связала эту футболочку. И мне теперь нужно ее довязывать, потому что она уже мала на сына. Я ее примеряю, посмотрю. Или вот здесь вот ему не жмет. Если этой линии достаточно будет, то я просто буду довязывать вниз и рукава. Не знаю, насколько мне хватит этого остатка. Возможно, что придется докупать еще один моточек. Если, конечно, там такой цвет будет, я не уверена, что он остался. И вот этой пряжи я просто безумно довольна. Я от нее в полнейшем восторге. Она не бюджетная совершенно. Цена у нее, по-моему, 180 гривен за моток. То есть вещь получается довольно дорогая. Но, знаете, оно того стоит. Она классно носится. Он ее носил под ветровку и под такую, знаете, с капюшоном легкую кофточку, когда было прохладно, потому что на жару даже вот казалось бы, что это хлопок, кашемир здесь никакой роли не играет, ну то есть для тепла он тепло он не дает, он просто смягчает само полотно, оно такое очень приятное на ощупь получается. Но все равно в этой вязаной футболке в жару, в 30 градусов, очень жарко. Поэтому я ее буду трансформировать в обычный джемперок. И посмотрю, хватит мне или не хватит. Но здесь у меня, по сути, еще моток. Просто он перемотан немного. Вот. А пряжа, я вот честно могу вам рекомендовать ее на 100%. Там палитра такая просто шикарная. Я сейчас ставлю фотку. Вы посмотрите, какие там оттенки. Пастельные, есть и яркие, в общем, просто обалденные. Так, и еще, что мне нужно еще переделать? Я показывала в видео о детских вещах вот эту кофту, ну, так же, как и ту футболку я показывала. В общем, я говорила, что мы ее будем кому-то дарить, потому что она маленькая. Но я померила на сына, и вот здесь вот, в этом месте ему как раз нормально, ничего не жмет, поэтому можно довязать. Довязать ее вниз. И у меня есть остаток зеленого цвета. Это пряжа Fenty Bohème. Здесь хлопок со льном. Очень классная нитка. Я о ней уже много говорила, пела ей оды. Я в ней не разочарована. Вот на мне сейчас еще этот кардиган из этой нитки связан. Я его ношу дома постоянно и на улицу его ношу, и стирала его много раз, так же, как и вот эту кофту мы стирали. И носил он ее 2 года, то есть 2 сезона, одно лето, потом второе лето. Я ее довязывала в прошлом году, и вот третий раз придется ее довязывать, но она в прекрасном состоянии. И я эту пряжу тоже вам абсолютно смело могу рекомендовать. Вы не пожалеете.
если ее приобретете. Ну, конечно, это если вы любите такое шершавое полотно, такое а-ля натюрель, эко-стиль, да, вот это для тех, кто такую тему любит. Кстати, у меня есть видео о летней пряже, я ссылочку оставлю в инфобоксе. Там я много из этой пряжи, что показываю сейчас, там тоже показывала, но полные моточки, и вы сможете там более так подробно обо всем послушать, если вас, конечно, интересуют такие составы. Так, и есть у меня еще вот такая пряжа, Drops Lace, она у меня в остатках. Я вязала из нее детскую кофточку, и из этого я тоже планирую вязать кофточку на подарок для маленькой девочки, которая вот полгодика исполнилась. Значит, какая фишка у меня с этой пряжей? Когда-то я купила несколько мотков, уже даже не помню, на что я планировала ее пустить, наверное, совместно с какой-то другой пряжей. В общем, эту идею я отложила, и потом что-то придумала вязать себе какое-то полноценное изделие в две нитки, и докупила еще несколько мотков этой пряжи, но получилось, что я не попала в партию, ну, здесь отличаются партии, да, вот видите, номера разные, и, может, на камеру плохо видно, но в действительности оттенки тоже отличаются, этот более насыщенный, этот немножечко приглушенный, цвет это 3112, такой пыльно-розовый. Вот, значит, если вязать в две нитки, комбинировать, то, конечно же, этого перехода видно не будет. Здесь у меня остатки тоже, они отличаются немного. Вот этот моток с вот этими отличается по оттенку. Я буду совмещать две нитки и вязать детскую кофточку, тогда будет все идеально. Вот эта пряжа альпака с шелком, я понимаю, что она немного кажется не летней, но альпака, да, греет, а шелк холодит. И особенно для деток, на вот прохладные летние вечера, это вообще идеальный вариант. Она не жаркая будет 100%, потому что я уже вязала, я знаю, что эта пряжа совершенно не жаркая, хотя она, конечно, и тепло дает. Так, и есть у меня еще вот такая вот пряжа, тоже я ее 100 раз уже показывала. Это Teen Line от Sadness Garn. Здесь у нас хлопок 53%, 33% вискозы, 14% лен. Тоненькая ниточка 220 метров в 50 граммах, и я из этой пряжи уже 100 раз пыталась что-то вязать. Начинала кардиган крючком, начинала вязать штанишки детские, начинала вязать палантин, теперь начала вязать маме футболку, и не могу я вязать в одну нитку, вот хоть убей, просто не могу. Поэтому, скорее всего, ну, для меня очень тонко. То есть спицы тройка нормально, но вот такая толщина нити, это слишком тонкая. Я устаю, напрягаюсь, и мне некомфортно. Поэтому я буду вязать в две нитки кардиган для сына. В общем, уже такое себе придумала. Получится то же самое, что Sadness Garn Line. Да, если два сложения, такая же точно толщина, получится 110 метров на 50 грамм, и это будет идеально для меня. И надеюсь, что у меня хотя бы с этим проектом все получится, потому что у меня 6 мотков этой пряжи было, ну и есть. И я каждый раз на новый проект брала новый моток, а то откладывала, тот не довяз. Теперь мне нужно все это поперематывать в отдельные клубочки и вязать уже в две нитки. В общем, такое я учудила, но ничего страшного. В общем, такие у меня процессы и планы на ближайшее будущее. Получается, уже летние планы. Также я еще жду посылочку с пряжей Line от Sadness Garn. Та нитка, которая потолще. В общем, я эту посылку получу, не знаю, завтра или послезавтра. Видео я снимаю заранее, да, вы его увидите в понедельник, но я снимаю его заранее. И я постараюсь вам уже вставить какой-то отдельный кусочек с той посылкой, покажу вам, какой цвет я заказала, и вязать я буду себе джемпер.
Большое вам спасибо за внимание, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, если вы еще не подписаны. Также переходите по ссылочкам внизу в инфобоксе на всех остальных девочек. Смотрите их видео, подписывайтесь на их каналы. Большое всем спасибо и до новых встреч!